всем. Сегодня у меня салат. Очень, кстати, очень такой простой-простой салат. Я захотела огурцы, помидоры, перчик. Покрошила туда много зеленушки своей любимой. И решила добавить брынзы. Но никогда не думала, что настолько брынза прям такая соленая. Пришлось, ну, конечно, я перед тем, как класть, чуть-чуть попробовала. Соленая-соленая. Ну, в общем, положила, конечно, совсем чуть-чуть. Такими кубиками сделала. Даже больше пластиночками, мне кажется, чем кубиками. Вот сейчас попробую мой салатик. Вот хочу попробовать его с творогом. Вот, надеюсь, и как всегда, будет очень вкусно. Вот сегодня мой такой обед. Ну и, конечно, 200 грамм кефира. И будет мой желудок полный. И я буду счастлива. Смотрим мой обед. Ну что, вот обед. Вот этот обед будет у меня, да? Ой, как все красивое, зеленое, желтое, красное, белое. Белое – это брынза. Вот все так вкусно пахнет. Кинза моя любимая. Ну вот творожок мой сейчас я буду накладывать. Ну и все, и в эту тарелочку положу. И еще на работу с собой возьму обязательно. Ну что, приятного мне аппетита. И вам тоже приятного аппетита, если вы будете кушать вместе со мной, а может и попозднее, а может быть вы уже ели. В общем, всем приятного аппетита. Хочу отдельно выразить своим подписчикам большую благодарность, что вы меня смотрите, подписывайтесь. И если вы еще не подписались на меня, обязательно подписывайтесь. Я думаю, на моем канале будет вам очень интересно. Вы что-то подчеркнете для себя, что-то новое. И может что-то удивительное узнаете и скажете: «А, я никогда об этом не знала». Надо обязательно на Ксюшу подписаться. Спасибо большое всем. Ну, кто-то ругает меня, кто-то хвалит. Но если вы меня ругаете, то ругайте культурно. Мне будет это намного приятнее, чем читать всякие маты и всякие оскорбления. Лучше как-нибудь культурно, завуалированно. Я буду все понимать и делать выводы. Всем пока-пока.